Вячеслав, нас заменяют на роботов, автоматику, потому что человечество выродилось. Нет, не потому что человечество выродилось, потому что это следующий этап развития человечества. Это следующий этап, это следующая общественно-экономическая формация, информационный мир. Все, и так и будет дальше. Ну, обратите внимание, как это работает. То есть, есть определенные производительные силы. Да, и есть определенные производственные отношения, которые соответствуют этим производительным силам. Вот вместе они формируют общественно-экономическую формацию. Вот при таких производительных силах, то бишь при таких средствах производства и при таких специалистах, которые средства производства обслуживают, есть такие производственные отношения, то есть отношения по поводу производства, там, потребления, присвоения и так далее, материальных благ. Да? И вот это обнаруживает какой-то строй, ну, капитализм, например, да, и меняется общественно-экономическая формация. С чего начинается изменение? С изменения технологий. Вот Маркс об этом не говорил, да, он называл это производительными силами. Но сейчас мы знаем, что меняются технологии, а они тащат за собой все остальное, да, то есть вот эти средства производства, да, они являются результатом новых технологий. И сейчас мы видим, что производительные силы – это очень часто средства производства, новые технологии, без тех, кто на них работает. А скоро вообще не будет таких специалистов, которые бы работали на новых средствах производства. Работают роботы. Они полностью, новые технологии, являются производительными силами. Понимаете, когда там нет человека, когда человек выброшен из этого процесса, то следующее, это производственные отношения по поводу производства, там, присвоения и так далее, материальных благ, да, которые там производятся. А здесь где человек? Вот представьте, будет общество, в котором роботы будут производить для роботов, которые производят что-то для роботов. Ну, запчасти, например, да? То есть полностью замкнутый цикл. Роботы обслуживают этих роботов, которые обслуживают этих, которые обслуживают этих. Здесь нет человека. Какие будут возникать производственные отношения по поводу распределения этих материальных благ? Никаких. Вот в чем дело. Вернее, они будут пытаться искусственно это создать. Но если будет искусственный интеллект, он сразу же отметет все искусственное, да, особенно гешефт, блядь, скажет, ребят, нет, насчет гешефта это не к нам, не к роботам. Поэтому я думаю, что все гораздо проще, чем вы рассматриваете, да. Потому что все очень любят усложнять, особенно неолибералы всякие там, блядь, рассказывать о том, как мы погрузимся в какие-то метавселенные. Какие метавселенные, помилуй бог. Чем вы там питаться в этих метавселенных будете? Пока вот эта общественно-экономическая формация подразумевает, что человек не может обойтись без главных основных вещей. Он не может обойтись без питания, он не может обойтись без лечения, он не может обойтись без тепла, да, ну или без комфортной температуры, которая обеспечивает ему дом, да. Он пока не может обойтись без той формы семьи, но скоро уже будет обходиться и прочее, прочее.